Давайте обсудим самое главное противоядие от аллергии. Страдаете ли вы от аллергии или от пищевой чувствительности? Я расскажу, как от этого избавиться. Но в чем же разница между истинной аллергией и пищевой чувствительностью? На самом деле есть несколько отличий. Истинная аллергия связана с каким-то белком. А при пищевой чувствительности реакция часто возникает с задержкой. Вы что-то съели и не замечаете никаких изменений, пока не пройдет от двух до шести часов, а иногда даже не раньше, чем трое суток. Из-за этого бывает очень сложно связать причину и следствие. Реакцией может быть головная боль, у вас может измениться настроение вплоть до депрессии. Это может проявиться как усталость, как болезнь крона или какое-то еще воспаление в кишечнике. Это может проявиться у вас на коже в виде экземы или в ваших суставах в виде артрита. Если хотите выяснить, к чему у вас повышена чувствительность, можете сдать так называемый анализ на иммуноглобулин. Это одна из разновидностей теста на антитела. При пищевой чувствительности вы ощущаете скорее общий дискомфорт, а симптомы не слишком сильные. Пищевая аллергия, с другой стороны, чаще проявляется в виде сильного воспаления, а иногда и в виде угрозы для жизни, такой как анафилактический шок. Возникает вопрос, есть ли нелекарственное и безопасное средство или противоядие от аллергии или пищевой чувствительности? Однозначно есть. Один из проверенных и работающих видов терапии ⁇ это исключающая диета. Вы выясняете, на что именно вы реагируете, и затем на время исключаете это из рациона. Иногда одно лишь это устраняет проблему. Но есть еще более мощное средство, о котором я расскажу. Надо понимать, что причина возникновения аллергии находится в кишечнике. Что-то происходит с проницаемостью кишечной стенки и возникает синдром дырявого кишечника. Плотные соединения ткани стенки приоткрываются. Это приводит к тому, что белки или другие мелкие частицы проникают через этот барьер, а иммунная система реагирует на них, создавая антитела к частицам такого типа или к такой пищи. Все это становится довольно запутанным. Скажем, у вас аллергия на арахис. А белки в арахисе очень похожи на белки миндаля. У вас может быть истинная аллергия на миндаль, но она проявляется и на арахисе. Но сейчас мы не будем вдаваться во все эти сложности, а поговорим о том, как улучшить свою иммунную систему настолько, что никакой аллергии не будет. Итак, противоядие от любой аллергии называется аутофагия. Это такое состояние, когда организм избавляется от поврежденных белков, которые ему не нужны. Это механизм выживания тела, который существует с давних-давних времен и который защищает вас от всевозможных неприятностей. Если этот встроенный в тело механизм аутофагии перестает нормально работать или в нем есть дефект, все эти ненужные белки остаются в организме и создают массу проблем. Обнаружена прямая связь между ослаблением процесса аутофагии и болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, фиброзом легких, а также большим количеством других проблем. Так что это нормальный и очень важный процесс, присущий нашему организму. Это метод, при помощи которого тело разбирается с различными поврежденными элементами. К ним относятся и поврежденные ДНК, и поврежденные митохондрии, создающие массу проблем, и даже повышающий риск рака. Кроме того, аутофагия ⁇ это процесс с антивозрастным эффектом. Когда тело стареет, аутофагия помогает ему избавляться от старых, поврежденных белков, которые должны быть удалены. Это не только помогает вам красиво выглядеть, но и улучшает работу организма. Аутофагия может даже снизить степень заражения. Она может очищать организм от вирусов, находившихся в его клетках долгое время, например, вирус эпштейна вирус папилломы человека и другие патогены, которым не место в вашем теле. Как видите, аутофагия — очень полезная штука. А по аллергии есть масса интересных данных. Внизу будут ссылки. Вы узнаете, как усилить эффект аутофагии, чтобы ослабить проявление аллергии. В исследовании, которое я привожу, показано, что вы можете уменьшить аллергию, чувствительность, уровень гистамина и уровень иммуноглобулина. А это, по сути, антитела, связанные с чувствительностью. Аутофагия может отремонтировать иммунную систему, способна заново ее отстроить. Она может усовершенствовать защитные механизмы иммунитета, и она может уменьшить воспаление легочной ткани. Что ж, главный вопрос теперь, как же нам усилить процесс аутофагии в теле? Есть несколько вещей, которые можно сделать, но самое эффективное средство — это голодание. Именно голодание сильнее всего стимулирует аутофагию. Моя рекомендация, если у вас аллергия, немедленно начинайте интервальное голодание, причем регулярно. Одно это может устранить вашу аллергию. Особенно, если вы увеличите окно между приемами пищи до 18-20 часов или даже перейдете на одноразовое питание. Есть кое-что еще, что может помочь вам выйти на новый уровень, и это периодическое длительное голодание. Например, один раз в месяц или один раз в две недели вы голодаете двое суток или раз в месяц трое суток. Это окажет серьезное влияние на любую проблему, связанную с вашей иммунной системой. Одно лишь это поможет избавиться от аллергии. Со временем вы увидите, что аллергия становится все меньше и меньше. Еще один плюс голодания. Оно уменьшает воспаление. Даже если у вас аллергия, воспаление станет намного меньше. Не говоря уже о том, что 70-80% иммунной системы находится в кишечнике, а голодание творит с кишечником настоящие чудеса. Ведь вы не едите, и у кишечника появляется шанс заняться самоисцелением, а также повысить разнообразие и увеличить силу микрофлоры. Не знаю, известно ли вам это, но ваша микрофлора, дружественные бактерии в кишечнике, серьезно помогают настраивать иммунную систему и управлять ей. Так что любые действия по улучшению микрофлоры помогут уменьшить аллергию. К слову, у детей, рожденных путем кесарево сечения, намного выше риск получить аллергию, чем у детей, рожденных естественным путем. Потому что в первом случае ребенок лишается контакта с дружественными бактериями матери. Регулярные физические упражнения ⁇ это еще одна вещь, которая заметно усиливает аутофадию. Зеленый чай помогает стимулировать аутофадию. Куркума и другие подобные травы также могут стимулировать и усиливать аутофадию. Есть и другие вещи, которые могут уменьшить аллергию. Я рекомендую их в качестве дополнения к голоданию. Пробиотики. Прием пробиотиков на регулярной основе. Поскольку 80% вашего иммунитета это микрофлора, прием пробиотиков может значительно уменьшить аллергию. Я рекомендую принимать пробиотики прямо перед сном. Третье. Это витамин D3. Уникальная особенность витамина D в том, что он помогает подавлять иммунные реакции, не подавляя при этом иммунную систему. Вот почему витамин D применяют при возникновении цитокинового шторма, когда начинается неконтролируемая воспалительная реакция или гиперчувствительность. Витамин D очень важен. И я бы принимал не менее 10 тысяч международных единиц ежедневно или даже больше, 20 тысяч или 30 тысяч, в зависимости от того, насколько сильна аллергия. Есть очень интересная информация, ссылка внизу, о том, что развитие аллергии происходит в том случае, когда у человека дефицит цинка. Поэтому прием цинка очень разумный шаг. И теперь встает вопрос, как именно правильно заниматься голоданием? У меня есть большой курс, посвященный как раз этой теме. Вот этот. Приглашаю вас на свой курс «Здоровая кета». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы.